тест хрени написано в феврале. В феврале вот этого года, когда происходило все в Киеве, еще когда не понимали, что происходит. Ненависть, стреляющая в спину, греется у черного костра. Где ж твои солдаты, Украина, младшая коханная сестра? Или спят бесчисленные рати, затаясь мышами под кустом, пока в кровь изрубленный крещатик станет незалежности крестом? Где ты, крепость веры православной, или растеклась, аки смола, если крестоносные державы в киевские целят купола? И страшнее, чем раны ножевые, нам телеэкранные бои, где пылают факелы живые, стражники молчащие твои. И сквозь дым, сквозь вой звериный, глядь-ка, как петлю история творит, чудится, ты слышишь меня, батька, эхо безответное кричит. Что ж ты, батька, руки опускаешь, за какую прячешься вину, раненую птицей отпускаешь над Днепром летящую страну, она крылья битые простерла, и в ники, качая вдоль реки, у России схватывает горло от любви, обиды и тоски. Кровь одна течет у нас по жилам, у нас кладезь общая добра, только б свои крылья не сложила птица над срединою Днепра. Браво.